Я готов. Шевелись, иначе не уйдем. Так. Идем. Что за... Падла. Мать твою, перезарядка. Ответьте. Свали. Ну, козлы. Ну, я его только убил. Только убил. А вы. Просто меня не... Ладно, возьму другое. Доложите обстановку. Доложите Так, отлично. Слышь ты? Сохраняемся. Это раз. О! 680. Где наш набор? Отлично. Я думаю, неспроста так дает пулемет. Возможно, сейчас финал уже. Уже, может быть. Сейчас мы играем в финале. Хотя сам эпизод называется эвакуация, как бы намекает, что уже все, это конец. Мать твою. Давайте вместо МП5 возьмем. Так, ой, не. Сейчас я вернусь по свой дробашек. Думаю, он пригодится на ля финале, так сказать. Это точно уже финал, потому что тут уже оружие дают. Отлично. Так, это турели. Выбрали турели. Расставим турели, где надо будет. Вот. Так. Сейчас запустить. Вы только гляньте на них. Oh my lord!
Козёл. Возвращаемся. Так, вроде бы там... А, хотя не помню, были ли там аптечки или нет, но... Так, стоп, они откуда пришли? Отсюда... А, да-да-да-да-да. Контрольная точка. Ни хрена себе, сколько их там. Угу. Не выйти назад. Вот это да. Ребята, я понял. Я все понял. Я все понял. Возвращаемся назад. Не нужен этот мне МП-5, берем, берем то оружие. Ну, так, выберем гранаты. Я думаю, они нам пригодятся. Будем гранатами сначала кидаться, а потом убивать. Отлично. Ну и заодно проверим, остались ли там у нас аптечки. Ай, ладно, не буду и проверять. Буду. Осталась ли у нас там одна аптечка хотя бы? Нет. Ладно, пошлите. Сейчас будем просто кидаться гранатами. Блин, все так. Так, сейчас тут закрывается waiting room, и они начинают меня атаковать. И он умер, да? Дайте угадай, да? Ай-ой-ой. Чем дальше, тем сложнее. Сохраняемся. Хочешь тут спрятаться никуда? Так, раз. Два. Готов! Отлично! Один готов. Ох ты ж мать твою! Он жив или мертв? Я думаю, он жив.
Так. Отдай свое оружие. Слушайте. Иди в жопу! Отлично. К пулемету все больше и больше дают патронов. У нас осталось 4 аптечки. 880. Ладно. Слушайте. Отступаем! Кто-нибудь помогите! Что за черт? Что происходит? Три аптеки. Три. О. Вот он, лифт. Только не говорите, что там турель появилась. Я готов к вам, ребятушки. Готов. Ну я так и знал. Сердце тьмы. Смотрите, задача уже исполнена, кстати. Мы уже в лифте были. Восстановить работу лифта? Опять? Да вы из... Что там? Ля-ля-ля-ля-ля. Сюда не пройти. Хотя бы теки. Походу это еще не финал вообще. Даже близко, наверное. Альма? Привет. Куда идти, что делать? Подождите, я запутался. Лифт не работает.
опять. Походим, походим. О, дверь закрыта. Может, туда открылась дверь? Нет. Давайте сюда. О! Заперто. Тут ничего. Слушайте, что делать? Ты старый метод. Ля-ля-ля. Так, давайте сохранимся. Я не знаю, чего ожидать. Козлы. Ненавижу вас. Я их больше всего ненавижу в этой игре. Больше всего. Что они такое? Заперто, ладно. Вау. Удачно кто-то в душ сходил. Может сохраниться перед... Че, морг, что ли? Вау. Альма? Нет! Опять! Я упал. Это нормально? Туннельчик. Ёханый. Это что за место, блин? Происходит. Ого-го. Я тебя жду. Ты меня ждешь? Зачем? Заперто. Черт! Нет! Нет! Мой впис... что? Нет! 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 Не надо, Альма! Не надо, Альма! Не надо! Не надо! Пожалуйста!
Это... Ого! Кто ты? Альма! Подождите, я... Что делать? Что... Фух, я вернулся. Он жив, я только что поймал сигнал. Если ты меня слышишь, заберись повыше, вертолет уже здесь. Итак, ребята, я вернулся. Отошел на пара. Началась, как видите, музыка такая. Вернуться к лифту. Такое чувство, что мы уже все. То есть подходим точно к финалу. Вертолет уже летит. О, тут много плюшек валяется, так сказать. О. Не знаю, что там ожидать в самом финале. О, да. Слушайте. Все патроны забрал, отлично. Как я раньше это не замечал. Аптечка. Ну что, поехали. Опа, эпилог, все. Пройдите в точку эвакуации и покиньте район. Но будет по-любому не все так просто. Да, ребят. Следи за Блэкхоком. Окей. Ого. Знаешь. Теперь знаешь. Знаю, что знаю. Ого. Выживу я тут или нет, не знаю. Ай-ай-ай-ай-ай. Турели нам помогут, 100%. Вау, мать твою, вот это взрыв. Еще один падла. А ну, давайте сюда. Какие люди? Заперто?
Вертолет близко, вы должны видеть его. Угу. Вижу. Открывайте. Открыто. Ай, ё! Сука, напугал. Напугал. Ну, ты сволочь. Напугал меня. Я готов. Шевелись, иначе не уйдем. Так. Идем. Что за... Вот это да. Зарывая свои грехи в землю, люди сеют семена собственной гибели. Но она не будет забыта. Я этого не допущу. Они умрут. Все умрут. Грядет война. Это все? Я вижу пламя, охватившее землю, трупы на улицах, пепел сгоревших городов. Расплата. Феттл, ты больной человек. Ты больной на голову. Вообще больной. Все, мы прошли фир, эвакуация, ребят. Честно, я не ожидал такой концовки. Честно слово. Дальше, как я понял, идет фир Персус Мандейт. Но мы будем играть за другого героя. То есть параллельно вроде бы то ли с эвакуацией идет, или с первым. Или с первой, то есть с самой первой фером. Да. Не знаю, выжил ли наш герой. Если кто-то знает, напишите в комментариях. Может мы его... Может он будет... Не, ну как говорили, во второй части совсем другой герой. А в третьей части там, я знаю, есть кооп. И там есть Феттл. И еще кто-то. Или там... Или тот, кто... Ну, или этот человек, который с первой части, или тот, который со второй. Ну, в общем, все. Ну, конечно же, оригинал немного получше, но тут есть свои моменты. Ну, музыка, как обычно, на высоте. Да, озвучка прелестная. Ну, русская озвучка прелестная. Не знаю, как на английском все тут говорит, потому что я сразу ставил русификатор. Но мы узнаем все в Фире 2. Хотя не знаю, тоже те же разрабатывали или нет, но эфир Persus Mandate, как я знаю, разрабатывала другая, то есть компания. То есть не сами монолитовцы и да, ну не те, кто делал это дополнение. Ну не дополнение. Ну да, дополнение. Не DLC, а дополнение к Фиру. То есть чисто, наверное, для загребания бабла. Ну, честно, мне понравилось Extraction Point. Мы нашли тут своих старых друзей. Немножко новых оружий, конечно же. Парочка. Там лазер, так сказать. Пулемет. Робота новых встретили. Тяжелого штурмовика, который меня слишком сильно доставал. А так мы прошли эфир. Да. Феттл все-таки оказался жив, сволочь. И он будет все три части, блин. Да. Я думаю, уже давно все знают, что он... И, ну, во второй части я не знаю, будет ли Феттл или нет. Интересно будет глянуть. Да, я вторую часть тоже буду проходить и DLC к ней. Ну что ж. После Фира, то есть, я буду проходить Fear Persus Mandate. Надо его пройти. Всю, так сказать, весь первый эфир и к нему дополнение. Да. А так.
после Fear vs. Mandate будет Assassin's Creed Freedom Cry. Да. А после него кое-что другое, то, что я давно хочу пройти, но параллельно с тем, что я буду проходить после Assassin's Creed, я буду проходить Fear 2, то есть, да, так буду проходить. То есть будет и то, и то. Да, не знаю, как длинный этот Fear 2 и DLC-шка к нему, и насколько сложный Fear тоже второй. Ну что ж, встретимся в Versus Mandate. Сам был Саня. Всем пока. И Fatal сволочь.